Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть в России, в Москве. Знаю, что это первый ваш визит в нашу страну. Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, и никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда. Все равно мы гарантируем обеспечение безопасности. Мы с ними как бы заочно дискутируем на все эти темы, можно дискутировать сколько угодно, но сейчас нужно принимать какие-то действия для того, чтобы ситуация не стала трагической. Еще во время